QR-код вместо водительского удостоверения теперь могут предъявлять водители. Такое новшество начало действовать в пилотном режиме с начала этого года. На сегодняшний день у водителя есть такая возможность предъявления указанных документов в электронном виде, которые формируются в виде QR-кода через специальное мобильное приложение «Госуслуги АК». То есть водителям необходимо скачать данное мобильное приложение, зарегистрироваться в нем и внести все свои данные по водительскому удостоверению, по свидетельству о регистрации. И приложение само сформирует электронный формат данного водительского удостоверения. На сегодняшний день данный функционал является пилотным и функционирует в пилотном режиме на территории всей страны. В настоящее время сервис работает в режиме опытной эксплуатации, поэтому сотрудник госавтоинспекции вправе потребовать подлинники документов. Так что до 1 марта можно предъявлять QR-код, но и иметь обычное водительское удостоверение. После 1 марта вступлением изменений в законную силу можно ограничиться только электронным форматом. Елена Маврина, Максим Майоров, новости Заинска.